Менее двух недель остается до начала выборов депутатов Государственной Думы и губернатора Ульяновской области. В этом году, как отмечают в Центре общественного контроля, выборы максимально конкурентные. По мнению специалистов Центра, сейчас самой основной задачей является обеспечить легитимность выборов и оперативно отреагировать на все возникшие нарушения. И у любого нашего земляка, у любого избирателя Ульяновской области, в случае, если он считает, что его избирательные права каким-то образом ущемляются, нарушаются, в том случае, если у него имеются основания полагать, что совершаются какие-то возможные нарушения в ходе голосования и установления его итогов, есть телефон нашей горячей линии 8 800 32 0973. Горячая линия будет работать с 15 сентября с 8 утра и до 8 вечера, а с 17 по 19 сентября в круглосуточном режиме. Сам центр будет располагаться в помещении музея Улгу по адресу город Ульяновск, набережной реки Свияга, 154. В центре оборудуют 20 рабочих мест для общественных наблюдателей, которые без перерыва посменно будут контролировать выборы. Также установят 8 плазменных телевизоров, чтобы все желающие могли следить за ходом голосования. К выборам приковано внимание многих жителей региона. Как отмечают в Центре общественного контроля, в этом году наблюдателями на участках станут не только специалисты общественной палаты, но и студенты, молодые юристы, а также представители 20 общественных организаций Ульяновской области. Списки сформированы, однако стать наблюдателем шанс еще есть. Все желающие, кто еще бы хотел принять участие в качестве наблюдателей, но по каким-либо причинам не смог этого сделать до сегодняшнего дня, могут внести свои кандидатуры для того, чтобы мы оперативно смогли поработать и включить их в список наблюдателей. Записаться в качестве наблюдателя и пройти ускоренное обучение можно в Общественной палате Ульяновской области по адресу улица Радищева, дом 1, кабинет номер 500. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Управда ТВ.